А здесь можно ознакомиться с арсеналом Росгвардии. Здесь есть буквально все. От пистолетов, пулеметов до снайперских винтовок и ручных гранатометов. Каждое из оружия предназначено для выполнения определенной боевой задачи, но все одинаково эффективны. А главное, все отечественного производства. И это лишь небольшая часть выставки. По соседству с оружием на стендах расположена специальная аппаратура, саперное оборудование, рации, защитная экипировка и прочая техника. Как утверждают сами гвардейцы, все необходимое для обеспечения порядка и выполнения поставленных задач в достатке. Само оружие можно было не только посмотреть, но и подержать в руках. Возможность не упустили как уже прошедшие боевое крещение офицеры, так и подрастающие защитники Отечества. Это дедаловские прицелы, пока Все нравится, и техника нравится, ребенок довольный. Везде был, все посмотрел, вот теперь автоматы изучает. Супер, класс! Крутяк, все, вообще, вот... Очень классные пушки. Вообще интересовало, конечно, всегда вот эти вот всякие штучки. Вот, очень интересно, очень интересно. Я думаю, что будем иметь более полное представление о том, вот, что применяется нынче в этих вот делах. Заинтересовала севастопольцев и выставка служебной техники Росгвардии, расположившаяся по соседству. Грузовики, джипы и бронетранспортеры дети изучали с неподдельным интересом. Многим впервые удалось побывать внутри российской боевой машины. Среди техники есть и новейшие образцы, которые поступили севастопольским гвардейцам совсем недавно. На данный момент подразделения укомплектованы достаточно плотно, достаточно качественно. Имеются новейшие образцы вооружения и техники, вот, которые тоже сотрудники осваивают для того, чтобы охранять спокойный покой наших граждан. Ранее 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России, но в прошлом году полномочия ведомства перешли войскам Национальной гвардии Российской Федерации. Праздничную дату, как дань уважения прошлому, решили сохранить. В наши дни на плечах гвардейцев лежит серьезная задача. Их вклад в сохранение правопорядка высоко отметили первые лица города. Военнослужащие войск Национальной гвардии стоят на страже нашего порядка, защищают наши жизни. Важно отмечать профессиональный праздник, который именно сегодня указом президента назначен 27 марта. Пожелать им крепкого здоровья, успехов, хорошей, надежной службы, чтобы все было всегда хорошо, чтобы случаев, когда действительно придется применять силу и знания, было меньше. Это лучшие, это испытанные войска. И совершенно точно мы понимаем, что функции правопорядка, которые возложены на Российскую гвардию, они будут совершенно достойно реализовываться в Севастополе. Кирилл Попов, Анатолий Паньков, Севинформбюро.